How do you feel about becoming season? I am excited because I want to go to the competition, of course. I want to stay on the podium and I want to work on every of my skills. So we wish you all the best for the becoming season and please get back on the podium and won again all the competitions. Good luck. Yeah, thank you. Конечно, я сразу понимала, что сезон будет очень ответственный, и именно поэтому на отдыхе очень много занималась, готовилась к сезону, чтобы сразу войти в форме. Но, да, вносит свои коррективы, скажем так, моя травма, поэтому сейчас все равно стараюсь настраиваться. Я понимаю, что будет тяжело восстанавливаться, наверстывать это упущенное время, но я постараюсь максимально все это быстро преодолеть и войти в форму. Ну, а мы будем тебя всегда поддерживать, болеть за тебя и ждем от тебя только первых мест. Я видел, что ты очень серьезно настроена на будущий сезон. Учишь все свои 5 четверных, восстанавливаешь. Как успехи? Я не буду сейчас рассказывать. Я буду стараться к сезону набрать свою форму и показывать все свои четверные. А какая у тебя мечта? Мечта всегда у всех спортсменов. Ну, не связанная с спортом. Не связанная со спортом. Может, хочешь приют для собак открыть или еще что-то? Но это не мечта, это я сделаю. Обязательно я сделаю приют для собак, там у меня будут бездомные собаки, и всегда будет и породистые, и бездомные, и все будут очень много. Ну смотри, это очень благородная мечта, и чтобы быстрее она осуществилась, нужно как можно больше выиграть соревнований, поэтому этого я тебе и желаю. Камил, привет. Подстегивает ли тебя на тренировках такое соседство с уже такими бойцами проверенными, Сашей Трусовой, Саней Щербаковой? Да, очень, потому что смотришь на них и понимаешь, что если ты для себя сделал максимум, то Саша идет еще больше делать, и ты понимаешь, что еще надо больше. Какая у тебя мечта, если не спортивная? Я хотела стать психологом. Как я? И еще хочу себе еще одного шпица. Помского. Хочешь, я тебе своего подарю? У меня есть померанский, но я хочу помского. Это смесь хаски и померанского. Ты уже задумывалась, может быть, представляла или видела во сне себя на подиуме Олимпийских игр? Я не думаю об этом еще. Слушай, ну мы вообще на самом деле желаем тебе только побед. Молодым у нас дорога, старикам у нас почет. Так что тебе всего самого-самого хорошего в грядущем сезоне. И, конечно же, только первых мест и золото Олимпийских игр. Спасибо. Спасибо большое.